Сегодня улицы города патрулируют две автомашины, оборудованные новым радаром «Криспи». Весь аппаратно-программный комплекс «Автоураган» предназначен для выявления в транспортном потоке дорожные правонарушения. Работает он с минимальным участием полицейских. В компьютерную базу радарного комплекса внесены номера автомашин налоговых должников и нарушителей, не оплативших штрафы. Радары сканируют номерные знаки, если в поле зрения попадает должник, предупреждает полицейских. Комплекс замеряет и скорость автомашин, что существенно расширяет полномочия полицейских остановить автомобиль. Здесь, на бульваре Кунаева, мы с использованием комплекса «Автоураган» только за час выявили двух злостных нарушителей, чьи автомашины водворили на штрафстоянку и выписали извещение 16 водителям. Помимо этого, мы проводим профилактическую работу. Тех водителей, чей срок уплаты штрафа не истек, предупреждаем, призывая вовремя рассчитаться с долгом. Новые комплексы «Автоураган» установлены в городе в рамках операции «Шторм». Только за один час полицейские выявили нарушение правил дорожного движения на 5 миллионов тенге. Теперь все нарушители получат по почте конверты со штрафами. Самое минимальное административное наказание, например, за превышение скорости, составляет 10 тысяч тенге. О новой технике полицейских с уважением уже отзываются и сами водители. Этот комплекс, конечно, нужный. По дорогам ездят водители, которые совершили много нарушений. И до сих пор ездят по дорогам и несут опасность другим водителям. А так их могут привлечь к ответственности. В целом, считаю, это очень хорошая аппаратура. Операция «Шторм» продлится до 15 января. Но и после окончания срока мероприятия комплексы «Автоураган» останутся на дорогах и принесут казне еще не один десяток миллионов тенге. Даниар Худайбергенов, Марат Давлетов, Роман Примкулов. Информационная служба телекомпании «Отрар».